Водитель ВАЗ-2107 остановился на перекрестке, чтобы пропустить встречный транспорт и совершить поворот. В этот момент в него сзади на скорости врезалась четверка, водитель которой не заметил остановившийся с включенным поворотником автомобиль. В результате пострадала еще одна машина, на этот раз ВАЗовская девятка, на которую отбросила ударенный автомобиль. Свидетелем аварии стал наряд полиции. Обстоятельства аварии выясняются.